Я в клипе, давай, я в клипе. Маша, на альбом. Яна в клипе. 9 класс. Такие интересные экскурсии, что просто. Нельзя. Летящие походкой из богов не летают. Я в клипе, давай, я в клипе. Я в клипе. Ты понимаешь, что ты попадешь в видео? Ой, это что, ты же думаешь, что... А по голосу, да, по голосу? Короче, мы приехали в Польшу, и тут очень красиво, и много интересных зданий. Площадь, рынок. Она похожа на Львов. Продолжаем мой клип, давай. В клипе. 9 класс. Яна, сколько тебе годиков? Я пальчиком. Ты моя зиронька. Короче, еще такой модный отель. Короче, все по карточкам. И вообще, это типа очень прикольненько. Короче, мы приехали в Берлин. Тут красиво достаточно, но пока ничего удивительного я не увидела. Прикольно. Короче, типа ты идешь такой, и типа дорожка, она такая кривая, и ты такой идешь, спускаешься, и камни такие типа выше поднимаются, и на тебя давят все эти проблемы, и ты такой, а что делать? Зара в Берлине, все что надо было. В общем, короче, мы зашли в торговый центр, хз как он называется, и короче ходим по магазинам. Он находится где-то в центре Берлина, я не шарю. У нас... H&M. Нас, короче, отпустили на свободное время, мы типа ходим по магазинам. Вообще, мы пытались найти Starbucks, но его тут, походу, нет. Мы, короче, приехали в Данию, едем на пароме по Балтийскому морю. Тут очень красиво. Сейчас где-то 8 утра. Сейчас где-то 8 утра, и мы, короче, едем. Уже приехали в Копенгаген, тут очень красиво на первое впечатление, и тут уже люди готовятся к Хэллоуину, много разных украшений, и вообще очень прикольно. Королевский унитаз. У бабушки все лет такой же. Боже, ребята, это рай, понимаете? Мы опять приехали в Польшу, это город Гданск. Тут тоже очень красиво, мы все ночевали в автобусе, я немного не выспалась. И у меня болит голова, тут такой ветер небольшой.